Затем обогните дом и со стороны улицы пройдите в открытую высокую арку. Во внутреннем дворике находится эта турфирма. Она называется «Лето». Так вот, зайдите туда, как в обычную турфирму. Задайте сотруднику турфирмы несколько самых обычных вопросов. Каких вопросов? Да самых обычных. Заговорите о задуманной вами поездке, об отпуске, о чем-нибудь в этом роде. Потом намекните на этот буклет. Но ни в коем случае не говорите о нем прямо. А как тогда он мне предложит этот буклет? Дождитесь того момента, пока сотрудник покажет его сам. А если он мне его не покажет? А если сам не покажет, можете об этом забыть. Уходите. Это означает, что вы не годитесь, вот и все. А как он это поймет? Поймите одно. Если вы спросите про буклет прямо, он посмотрит на вас так, будто не знает, о чем идет речь. Это адрес этой турфирмы. Кто я такой, чтобы мне предложили этот буклет, если он существует? Что я теряю здесь, в этой дыре, на этой дурацкой работе? Зачем я пошел сюда? Получаю я мало, работы много. То, что кажется таким возможным ночью за кружкой пива, нелегко поверить в будний день. А может пойти туда? Все то, что наговорил мне незнакомец в баре, не выходит у меня из головы. Че, блин, глухой, что ли? Че ты тут шляешься? Рома, пропустим сроки подачи, Василич нас убьет. Быстрее беги. Господи, как они меня достали. Какой абсурд идти туда, в эту турфирму. Но я ведь ничего не теряю. Может, это все шутка? Незнакомец в баре, турфирма «Лето». Я ему поверил. Но зачем кому-то меня обманывать? А вдруг это правда? Вы один едете? Да, один. Но мне нужен более длительный отпуск. Может быть, есть еще какие-нибудь предложения? Ну, вы двухнедельные туры. Египет, Тунис, Венецию. Не совсем то. Вы, может быть, ищете что-нибудь поспокойнее? Да. Я, собственно, ищу...
постоянное место. Новое место, где можно было бы поселиться и жить. Простите, вы, наверное, подумаете, что перед вами сумасшедший. Мне, наверное, не к вам, мне надо... Простите. Подождите. Мне кажется, мы могли бы вам помочь. Садитесь. Чего вы ищете? Чего хотите? Уйти. Избавиться. От чего? От города, в котором живу. От нелюбимой работы. Я устал так жить. Устал от одиночества. У вас нет близких? Нет друзей? У них у всех свои семьи, свои интересы, непонятные мне. А почему вы не занимаетесь тем, чем хотели бы? Чем бы вы хотели заниматься? Не знаю. Вы считаете себя потерянным человеком? Знаете, к нам изредка заходят люди, которым как будто нужно почти то же, что и вам. Так что мы ради забавы придумали вот такой буклет. Просто ради развлечения. Для таких именно клиентов, как вы. Мы не хотим, чтобы это стало широко известно. Посмотрите, если вас это интересует. Жизнь там проста и спокойна, но не праздна. Там нет тяжелой и нудной работы, так рано убивающей человека. Нет интернета и телевидения. Там много своих развлечений. Кто вы? Мы такие же люди, как и вы. Мы любим ваш шоколад, которого у нас нет. Любим читать многих ваших авторов. А вам многое понравилось бы у нас. Наши мысли, высочайшие цели, наше развитие. Впрочем, я повторяю вам рекламный текст нашей маленькой шутки. Мне очень нравится ваша шутка. Очень нравится. И когда же она перестанет быть шуткой. Проверьте себя. Будьте уверены в себе. Нам не нужен человек, который не будет счастлив. И если есть хоть малейшие сомнения, я уверен.
приготовьте ваши билеты. Счастливого пути. Ожидайте. Срочно подойдите в диспетчерскую.